До 3 часов занимает перелет из Ульяновска в столицу Белоруссии Минск. Близкие географические и политические соседи преодолели 1000 километров, чтобы подробнее изучить мощности региональных предприятий, найти дополнительные варианты сотрудничества. У нас с Ульяновской областью самый, наверное, сбалансированный товарооборот из всех регионов Российской Федерации в части поставок готовой продукции, то есть продукции с высокой добавленной стоимостью. Обычно, ну, либо сырьевые какие-то поставки, ну, то есть дисбаланс определенный существует, здесь их нет, потому что Ульяновская область имеет самую высокую в России долю машиностроения в промышленности. Между Минской и Ульяновской торгово-промышленными палатами договор уже заключен. На дорожной карте бизнес-партнерства, пунктиры дорог и перечни товаров, в которых нуждаются братские города и страны. Многие наши предприятия уже сейчас находятся в кооперации с предприятиями Беларуси, такие как КТЦ, металлоконструкция, автокомпонент, Ульяновский автомобильный завод, Ульяновский моторный завод, Димитровград, Химмаш. УАЗ, одно из старейших ульяновских предприятий, также оказался в центре внимания. По нему для делегатов провели экскурсию, дав воочию полюбоваться масштабами завода. Вас ты приходите со среднего здания с микроразборкой, а снизу целый этаж, где двигатели идут. Вот. И там чуть дальше, я вам покажу, где двигатель соединяется с рамой. Да, поднимается наверх. Недавно на УАЗе, благодаря нацпроекту «Производительность труда», удалось упростить рутинные процессы на производстве и высвободить почти 800 квадратных метров под монтаж нового оборудования. В будущем на заводе внедрят технологию лазерной резки, ведутся переговоры с потенциальными заказчиками продукции из Уфы, Саранска, Пензы и Ижевска. Вячеслав Новожилов, Сергей Рябухин, репортер 73.